Доброе-доброе утро, страна! Сегодня на страже вашего приятного пробуждения Нина Мажейко, Ольга Ленская, даже сказала, на службе. Ты уже взяла командный тон, я слышу. А потому что у нас песни прямо сейчас будут звучать на концертной площадке. Потрясающе! Смотрите, спасибо за службу. И смотрите на исполнителя и автора этой прекрасной композиции. Елена у нас в гостях. Доброе утро! Доброй раницы! Доброй раницы! Елена, расскажите, пожалуйста, кого же все-таки вы благодарите в своей композиции? Я и автора текста благодарим всех военнослужащих за то, что они у нас есть, за то, что они выстояли, за то, что они не дрогнули в 2020 году. И как раз-таки автор текста, Татьяна Кожевникова, песню посвятила своему мужу, потому что он тоже является военнослужащим. Такая трогательная история вообще. Да, и прям сразу выдала столько всего интересного. Да, как поддержка, как благодарность. А скажите, что за знаковая дата такая 4 сентября? 4 сентября день рождения войсковой части 3214. И я являюсь солисткой войсковой части 3214 военного духового оркестра. Замечательно. Поэтому вот имеете прямое отношение к празднику и сегодня премьерите именно у нас. Нам это очень приятно. Да, давайте расскажем, Лена, какая есть особая строчка в этой композиции, которая трогает ваше сердце? Понятно, что спасибо за службу, спасибо нашим военным. Есть еще такая строчка, что жены ждут своих мужей, вот военнослужащих, как и автор нашего текста этой песни. Потом еще есть очень классная строчка, чтобы деды и прадеды горды были нами, что победу украсть вы не дали. То есть такая песня-история, песня-вдохновение. Да. И песня о бравых ребятах. А правильно я понимаю, что есть такой индикатор, вот когда даже сам исполнитель поет, на сцене находится. Вот пробегают мурашки или нет? Вот у вас такое бывает? Пробегают. У меня, кстати, несколько песен на военную тематику совместно с Татьяной Кожевниковой. «Белорусский спецназ». Спасибо за службу. И недавно вышла песня «Внутренние войска». Так что будем удивлять. Очень плодотворная творческая, да? Замечательно. Приходите в следующий раз к нам вместе с Татьяной Кожевниковой. Мы с ней тоже с удовольствием пообщаемся. Ну а прямо сейчас с не меньшим удовольствием послушаем очень красивую композицию в исполнении певицы Елен. Спасибо за службу. Спасибо за мир, бережете наш сон. Враг ваш.
ваших руках всегда обречен. Спасибо.